Шеф-повар Максим Григорьев. Сырник в тыкве. Предлагаю вашему вниманию вот такой необычный и яркий сырник. В качестве формы для выпекания в таком сырнике выступает тыква, поэтому выбирайте тыкву такого размера и формы, которая подойдет для данной массы творога. Тыква тут выступает не только в качестве формы для выпекания, но и частью сырника. После запекания съедобной получается и творожная часть, и тыквенная. Время приготовления – 1 час 15 минут. Ингредиенты. Крахмал картофельный 4 столовые ложки. Кукурузные хлопья 5 столовых ложек. Печенье песочное 50 грамм. Сахар 5 столовых ложек. Сахар ванильный 2 грамма. Творог 500 грамм. Тыква свежая 1500 грамм рам. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для приготовления сырника нам понадобится творог, тыква, сахар, ванильный сахар, кукурузные хлопья быстрого приготовления, яйца, картофельный крахмал. Шаг 2. Соединить творог, яйца, сахар и ванильный сахар, крахмал. Шаг 3. Измельчить с помощью блендера до нежной однородной массы. Шаг 4. Вмешать кукурузные хлопья и поломанное печенье. Шаг 5. Тыкву очистить от семян и рыхлой мякоти. Шаг 6. Наполнить тыкву творожной массой. Шаг 7. Завернуть тыкву в фольгу. Готовить при 180-40-45 минут. Охладить в духовке, в фольге, на протяжении 4-5 часов. Шаг 8. Сырник в тыкве готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.